aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere laftan anlamaz. Прости за ту ночь. Дай мне еще один шанс, ты не пожалеешь, Дженк. Этот бесстыжий еще и цветы мне отправляет. Не пожалею, пишет. Еще увидишь, кто пожалеет. Только попадись мне. Ишь, бездельник какой. Почему букет в ведре, если есть ваза? Дорог здесь? Да. Дизайн, убери это отсюда. Тебя не видно. Простите, пожалуйста, я не подумала. Убираю. Сообщи, когда дизайнеры будут. Хорошо. Обязательно. Что с ними со всеми сегодня? Хочу обратить ваше внимание на естественные текстуры. И природные цвета, натуральные ткани и дерево. Но это уже лет 10 как устарело. Да. Добавить в чай молоко, я хотела спросить. Мы сейчас обсуждаем вопросы мебели и дизайна. Если решим открывать кафе, непременно спросим у вас. Так какие изменения вы предлагаете внести? Они даже в таких мелочах обманывают. И ведь уже не в первый раз. Сказали, что парень ростом 1,80 м, а оказался ниже меня. Сказали, что глаза голубые, а это линзы. Сказали, что у него есть дом и машина, а он по уши в долгах. Да, да. Искать жениха так утомительно. Но мы не сдадимся. Трудности нас не остановят. Неужели во всем этом огромном Стамбуле не найдется хорошего, щедрого, понимающего и симпатичного парня, достойного кандидата в женихи? Уверены, что такие есть. И мы их найдем. Найдем. Иншалла. Извините. Надеюсь, не помешал. Привет, Керем. Привет, ослы. Ослы. И кто этот джентльмен? Это Керем. Как поживаешь, Керем? Ты по какому поводу пожаловал? Ты сказала, что хотела поесть тутовник. Вот я собрал немного в саду и решил тебе завести. Не стоило, брат. Совсем не стоило так беспокоиться. Но мне очень приятно. Спасибо. На здоровье, ослы. Кто эти дамы? Это тетя Фадик, хозяйка нашего дома. Это тетя Эмине, мама моей подруги. Мама Ипек? Другой подруги.
Мне очень приятно с вами познакомиться. Знакомство с мамой и тетей – большая честь. Позвольте представиться. Керем. Нам тоже очень приятно. Что за замечательный молодой человек. Посмотрите только. Благодарю. Аслы, как ты сказала, вы с Керемом познакомились? Я не говорила. Керем... Наш Керем очень нам помог. Он хороший человек. Лев, настоящий лев. Герой Керем. Как вы познакомились? Ипек нас познакомила. На самом деле, Керем с Ипек, они... Ну же, кто они? На самом деле, мы... Кузены. Кузены? Ишь, дизайнера из себя строит. Даже мы с вами придумали бы что-нибудь получше. О чем ты? Она сказала, что везде бетон, нужны природные мотивы. Хочешь природы, иди в горы. А потом Муратбей злится и вымещает свой гнев на мне. Называю его Бей и трясет прям. Хаятханым? Что, Чеглаханым, что? Я не права? Он только и делает, что отчитывает меня. Что ты сказала? Отчитывает. Перед этим. Сказала то, что сказала, а точнее, что думаю. Отлично. А теперь пойди и скажи это остальным. Еще чего. Невежливо получится. Давайте лучше промолчу. А я что, тебя спрашивал? Нет. Это приказ, а не просьба. Пошли. Дорогой мой, расскажи, какая у тебя профессия? Я работаю личным шофером в частной компании. Ставь ему плюсик. Ставлю. Мне конец. А откуда твоя семья, дорогой? Моя семья 7 поколений живет в районе Балат. Кого не спроси там, все знают Керема Акара из Балата. У нас много знакомых. Верно. Нашу семью любят и уважают. Фадик, ставь еще один. Готово. Меня убьют. А в армии ты служил? Свой долг стране и народу я уже отдал, тетушка Эмине. То, как ты говоришь, тетушка Эмине, услада для моих ушей. Девочки, глядите-ка, гора сама пришла к Магомету, как говорится. Аллах свидетель. Нет, не сдобровать мне. Нет. Я всегда к вашим услугам, если что-то понадобится. Иди ко мне, обниму тебя, сынок. Видите, Аллах не дал нам уйти из больницы с пустыми руками. Фадик, брось ты плюсики ставить. Нарисуй сердце под его именем. Все уже решено. Зачеркните там мое имя, тетя Фадик. Мне конец. Конец. Зачеркните. За природой лучше идти в горы, верно? Мое мнение. А Муратбей попросил озвучить, что все ваши предложения слишком банальны и неинтересны.
Если это все, то я пойду. А ваше? Что? Что вы предлагаете? Ничего. Любимый вид работников. Только критикуют. А теперь принесите, пожалуйста, хороший кофе. Хоть это вы можете сделать, верно? Тем не менее, я полностью с ней согласен. Я тоже. Мы говорим о больших вложениях. Боюсь, стоит придумать что-то поинтересней. Поэтому в следующий раз представьте новые идеи. Собрание окончено. Дженк, Мурат не на шутку разозлился. Он сказал, что разыщет того, кто слил фотографии прессе. Не переживай. Мне конец, если все всплывет. Твой друг-фотограф точно не проболтается? Если нужно, я заплачу. Я же сказал, крошка, успокойся. Он никому не расскажет. Я успокоюсь только, когда выйду за Мурата. Точка. Ладно. Может, посидим где-нибудь? Было бы здорово. Кто это? Погоди. Слушаю. Алло, вас зовут Дидем? Громче говорите, не слышу. Я с Дидем говорю, верно? Женщина, вы номером ошиблись? Это Азиме, Азиме! Кто это? Старуха какая-то. Вы из дома престарелых звоните, деньги нужны? Эти попрошайки. Милочка, это Азиме Сарсилмаз, бабушка Мурата. Что? О, Азиме Ханым, мое почтение. Как вы поживаете? Ну... Так... Я не поняла, каким образом у меня кузен появился. А что понимать? Ты же подруга ослы. Почему вы ругаетесь на меня? Я же сказала, что не специально. Хотя Керем меньше из зол за сегодня. А вот и еда. Давайте, давайте, налетайте. Это овощные оладьи? Я приготовила овощные оладьи, яйца с ботвой и свеклой. Аллах свидетель, вы мне как мать родная, тетя Эмине. Здоровья вашим рукам. Приятного аппетита, ягненочек мой. А теперь к делу. Когда мы устроим встречу с новым кандидатом, иншалла, машалла? У меня столько проблем, а ты все о своем? Меня сегодня унизили на глазах у всех, как котенка носом ткнули. Я расстроена, а ты о своих кандидатах. Мне сейчас совсем не до женихов. Ладно. Если мы разберемся с твоими проблемами на работе, уступишь? Сюрприз, сюрприз! Как мы вовремя. Прекрасный вид. Услада для глаз. Ты на работе только костюмы носишь? Хоть раз надень что-нибудь облегающее. Это будет неуместно. Зачем вы пришли в такое время? Со мной что-то не так, брат. Не могу перестать работать. Те дизайнеры не придумают ничего стоящего. Мы решили взять проект на себя. Теперь твой дом станет штаб-квартирой. Ты до слез меня растрогал. Их не видно, потому что лицо мокрое. Ты секунды лишней не трудился. Мне теперь и умереть не жалко. Ну, тогда присоединяйся, брат. Будем принимать решение совместно. Иначе потом тебе что-то не понравится, а художника обидеть может каждый. С удовольствием иду. Сегодня в твой дом ворвется ветер гениальности. Мы вместе будем творить. Если замерзнешь, обнимешь меня, милый Мурат. Очень заманчивое предложение. Идите внутрь, сейчас догоню вас. Дом должен иметь свой характер. Но и про уют нельзя забывать. Фадик, дорогая моя, сестра моя, как ты считаешь, что, по-твоему, самое важное в доме? Какая вещь?
Кружева. Кружева нужны. Это главное. Дом без кружева не дом. У вас скоро кружева, как у паука, из кончиков пальцев посыпется, тетя Фадик. И пусть. Прекрасно. Огромная корпорация Сорте. Кружево в каждый дом. Украсим ваши стены от потолка до пола. Ну почему же? Не говори так. Все новое, хорошо забытое старое. Сейчас антиквариат и винтаж в моде. Мне нравится кружево. То, что надо. Что они понимают в обустройстве дома? Будь вашей воли, вы бы даже ковер не постелили, а вместо штор хотите жалюзи повесить. Ничего они в этом смысле не понимают, ничего. На губах еще молоко не обсохло. Увидели бы дом с юбилеем, дар речи потеряли бы, ей-богу. Фадик, милая, помнишь ее дом? Конечно, помню. Это огромная картина с фруктами на кухне, золотые обои в гостиной. Фотография со свадьбы во весь рост. А ее рукоделие? Погодите, а давайте позвоним Субилия. Она идей подкинет. Аллах, свидетель, вкус у нее отменный. Вот вы и нашли решение. Надо Сорте нанять сестру Субиле на работу. Приведу ее завтра прямо в офис. Она точно объяснит всю концепцию. Тетушка Азиме, словами не передать, как я рада знакомству с вами. Сейчас упаду от счастья и голову разобью. Садись, милая. Почему ты называешь меня тетушкой? Обращайся просто по имени. Кто знает, может, однажды будешь меня бабушкой звать. Иншалла, тетушка Азиме. Дидем, дочка, Мурат очень дорог для меня. И мне важно знать тех, кто его окружает. Именно поэтому я и предложила тебе встретиться со мной. Послушайте, я единственный ребенок в семье. Братьев и сестер у меня нет. У нас замечательная семья и обеспеченная. Поверьте мне, я была рождена, чтобы стать идеальной невестой. То есть, конечно, мы все очень расстроились, прочитав ту новость. Разве похожа я на человека, который согласится на легкомысленные отношения? Мне так стыдно. Молодежь сейчас совсем распустилась. Правда? В наше время это было неприемлемо. Да, да. Я, конечно, не знаю всех деталей ваших отношений с Муратом. Да. Ну, сейчас у нас с Муратом очень сдержанные отношения. То есть нам пришлось расстаться из-за некоторого недопонимания. Но я все равно все еще очень люблю его. Не расстраивайся, милая, соберись. Выход есть всегда. Ну же, вытри свои слезы. Вот так, молодец. А теперь давай заварим вкусный чай и испечем что-нибудь сладенькое к нему, хорошо, дочка? Хорошо, Зима. Это тебе понравится, смотри. Если теперь мой дом – это офис, тогда позвоните Чигле и пригласите ее. Нам нужен ассистент. Хорошо, босс. Сейчас позвоню Бэмби. Когда Чигла стала Бэмби? Я про Хаят. Но Мурат сказал позвонить Чигле. Я не хочу ее сюда звать. Она выглядит как серийный убийца. Я боюсь эту женщину. Точно. Она всегда выглядит так, словно еще немного и вытащит нож из сумки и набросится. У тебя такое живое воображение. Мир научной фантастики даже рядом не стоит с моими вымыслами. Что? Ничего. Не смеши меня, звоню ей. Ничего. Ничего. Все, я звоню. И обязательно скажи начальнику, чтобы сделали несколько делений в сумке. Верно. А то, когда ищешь в сумке, например, телефон или ключи, засовываешь руку, а натыкаешься на еду, жвачку, какие-то бумажки. Ужас.
Начальник звонит. Дай мне. Дай же, говори. Я с ним поговорю. Он должен понять, что нельзя при всех унижать мою дочку. Это другой, этот хороший. Слушаю. Срочно собирайся и приезжай к нам. Сейчас? Зачем? Куда? Успокойся. Возьми такси и приезжай в дом моего брата. Зачем мне туда ехать? Сегодня это наш Стувал штаб-квартира. Если ты не приедешь, то мы приедем к тебе. Нет, не надо. Вам не нужно приезжать. Не утруждайтесь. Супер. Тогда выезжай. И передай отцу, чтобы он тебя не ждал. Думаю, будем работать до самого утра. Давай, ждем. Хорошо. Это? Хорошо. У вас нет чайных пакетиков? Я не умею этим пользоваться. Заварку куда сыпать? Еще? С чаем разобрались. Что будем есть? У меня получаются отличные блины. Где у вас сковорода? Там. Хорошо. Нет, ниже. У вас есть такая штука, чтобы майонез взбивать? Нет. А, нет. Не люблю разбивать яйца. В них маленькие цыплята. Мне всегда их так жалко. А вам нет? Поеду я или нет, все плохо. Мама меня не отпустит, а если я останусь, то Дарок приедет сюда. А точнее, к Суне. И как нам быть, Аллах, помоги? Не знаю. Я уже молчу о том, что мне и на работе Мурата хватает. Не хочу больше об этом. Рассказывай, милая. Лучше не держи в себе. Вы когда-нибудь видели, как ваш любимый человек держит за руку другую девушку? Не могу смириться. И сердцу не могу приказать. Когда он смотрит на меня, я падаю. Бедняжка моя. Какое несчастье. Он же еще и твой начальник. Твоя мама здесь, отец в Гирисуне. Я не знаю, как поступить. Ладно, соберись. Воспринимай это как поручение. Ты пойдешь туда, выполнишь свою работу и продержишься молодцом до самого конца. Хорошо, но что я маме скажу?
Там будут Дарук и Тувал? Да. И есть идея. Я все понимаю, милая Туфан. Ну что я скажу ее отцу? Не Туфан. Тувал, милочка, Тувал. Вы же знаете, как хитро и по-женски уговорить отца Хаят. Я уверена в этом. Клянусь, Тумам, я даже не знаю, что еще сказать. Честное слово, иншалла-машалла. Тувал. Ну, если вы ручаетесь, что она будет под вашим контролем, не буду спорить, конечно. Я ее отпущу, иншалла-машалла. Не переживайте за нее. Не буду. Теперь я спокойна. Передаю ей трубочку. Давайте. Очень мудрая женщина, машалла. Большое спасибо, Тувал Ханым. Вы меня просто выручили. Понимаете, эта женщина очень меня любит. Понимаю, милая, понимаю. Что поделать? В конце концов, она больна. Хоть мы и не смогли поесть блинов, это был замечательный день Азиме. Я буду к вам заходить часто-часто. Конечно, дорогая, конечно. Заходи в любое время. Вы мне так понравились, что я совсем не хочу уходить. Не хочу расставаться с вами. Может, я и завтра приду? Завтра мне надо к врачу. Если хочешь, можем после созвониться. Да, хорошо. А теперь... Иди, дочка, хорошей тебе дороги. До свидания. До свидания, тетя. До свидания. Никогда ничего подобного в жизни не видела. Упаси Господь. Держи ее подальше от моего Мурата. Молю тебя. Она в свои годы даже чай заваривать... И яйца разбивать не умеет. Непостижимо. Она в космосе, что ли, росла. Мурат поступил очень мудро, что расстался с ней. Слушай, если ты пришла, чтобы извиниться... За что мне извиняться? Это вы должны. За что? О, пришла. Мы тебя ждали. Привет, дорогая. Здравствуйте. Я просил позвать Чеглу. А я проявил инициативу и позвал другую. Проблемы? Я могу уйти, если мне не рады, Муратбей. После стольких усилий? Не обращай внимания на брата, он не в настроении. Не переживай, мы с Тувал защитим тебя от Мурата Сарсилмаза. Доверься нам. Такой высокий и такой статный парень. Добрый и воспитанный. Красивый, трудолюбивый, внимательный. Все решено. Надо только сообщить об этом Хаят и Керему. Кажется, они еще не знакомы. Я хотела спросить у него, но он ушел. Это уже мелочи. Надо решить, где будем свадьбу праздновать, сколько гостей пригласим. Кто это? Ипек Барбарос здесь живет? Да, здесь. Ей посылка. Подпишите, пожалуйста. Тут? Да. Готово. Спасибо. Что это? Сладости, наверное. Подожди, тут записка. Читай.
Дорогая Пек, выражаю свое почтение тетям Фадик и Эмине, с которыми я имел честь сегодня познакомиться. Это он на нас. Эти сладости для вас. Приятного вам всем аппетита. С наилучшими пожеланиями, искренне твой Керем Акар, тот, что с усами. Сестра, сестра милая, этот молодой человек сейчас окончательно покорил мое сердце. Глянь, имел честь познакомиться, пишет. Это для меня честь, сынок. Он такой вежливый, внимательный, тактичный. Иншалла, однажды сам придет со сладостями. Керем, сынок мой. Машалла, машалла. Сколько денег потратил, самые дорогие купил. Сестра, давай пригласим его на ужин. Обязательно. Мы должны отблагодарить его как-то за эту пахлаву с орехами. Ты права, сестра, ты права. Итак, загвоздка в том, если мы возьмем за основу текстильную линию Сорте, то слишком себя ограничим. Но иначе вся коллекция окажется разномастной. А если изменить текстиль под концепцию линейки? Тогда мы рискуем нашим 40-летним именем и постоянными покупателями. Голова сейчас лопнет. И желудок сводит от голода. Пойду перекушу. Кто со мной? Могу приготовить, если хотите. Не надо, напутаешь еще что-нибудь. Но можешь мне помочь. Капитан, кто с вами? Все думаю о тех фотографиях. С Дедем? Конечно, это сделал кто-то из гостей. Но кто? Нет, я найду его. Только пока не знаю как. Думаю, будет непрофессионально звонить в редакцию и спрашивать, кто слил им эти фото. Да это же не проблема. Кому ты звонишь? Главному редактору газеты, в которой были опубликованы те фотографии. Он мой бывший. Браво, Дарук прав. Ты можешь решить любую проблему. Могу, он верно говорит. Парень с ума сходит, когда я с ним по-испански говорю. Севки, слушай, а вот что. Скажи, ослы, это больница или зал для встреч? Времени на работе много, раз чаем их поила. Я не думала, что все зайдет настолько далеко. Мало того, что Керема не прогнала. Мало того, что с нашими его познакомила. Так ты его еще и моим кузеном представила. А что я должна была сделать, Эпек? Сказать, что вы любовнички? Во-первых, мы с этим маньяком не любовнички. Я жертва. Во-вторых, этот извращенец додумался мне сладости отправить домой с курьером. Как он мой адрес узнал? Я не говорила, я клянусь. Ничего не знаю. А вдруг он сюда заявится? Тогда нам крышка. Не только мне, но и Хаят. Давай думать о хорошем. И что же тут хорошего? Ну, посуди сама. Если бы он хотел прийти, то уже 40 раз это сделал бы. Но не пришел же. Хотя адрес знает, но не пришел. Значит, он воспитанный. И с нашими общий язык нашел. Подарок не сам принес, а почтой отправил. Да и сам десерт очень хорош. Тебе стоит попробовать. Очень вкусно. Давай же. Хоть кусочек. Один. Ну, давай. А я поем. Так, я больше не могу. И он тоже. На сегодня хватит. Все, иначе завтра проснусь с мешками под глазами размером с 2 сверкающих диска шара. Я поеду развеюсь к друзьям. А то сейчас пар из ушей пойдет. Хорошо поработали. Но это только начало. Какие планы? Присоединяйся.
Нет, хочу тишины и спокойствия. Может, посмотрю фильм и пойду спать. Где Хаят? Могу ее подвезти? И правда, где она? Ее давно не видно. Пойду проверю. Ложись сегодня пораньше. Ты еще нужен нам завтра. Оставь меня в покое. Я сам как-нибудь разберусь. Хаят? Дорогая? Милашка. Так крепко спит. Утомилась. Наша девушка, оказывается, уснула на твоем диване. Ты ее разбудила? Попыталась, но не смогла. Она очень крепко спит. Пускай спит. Ее отец знает, что она здесь. Не буди ее. Если ее парень рассердится, я тут ни при чем. Я думала, такие идеальные мужчины, как ты, уже давно вымерли. Мне без разницы, просто не хочу попасть в неловкую ситуацию. Не умрет же никто. И нам будет над чем позабавиться. Мы пойдем. До завтра. Приду к обеду. Утром как штык. Зависит от того, во сколько я лягу спать. Адиос, ми амор. Адиос. На часы смотрел. Выйди на балкон. Расскажу. Какой настырный маньяк! Что тебе от меня нужно? Не могу уснуть. Пришел спросить, понравился ли тебе подарок. Хоть он и не такой милый, как ты. Не понравился. Ты зачем к дому приехал, а? Проблема ходячая. Ты видел хозяйку этого дома и ее сестру? Что-то еще? Они могут позвонить моим родителям. Увидел их и влюбился в тебя еще больше, Ипек. В твое воспитание. У тебя замечательная семья, вы заботитесь друг о друге. Кроме того, Ипек, я никогда не сделаю ничего, что может разозлить тебя, твоего отца Дживата или маму Нурсель. Откуда ты знаешь имена моих родителей? Брат Семих рассказал. Он работает в паспортном столе. Спасибо ему. Ой. Керем, исчезни. Понял, пока. Не понял. Вообще исчезни. Из моей жизни. Навсегда. Ну вот. Разве так можно? Это не любовь, а война какая-то, ей-богу. Но гнев ей к лицу. Aşk laftan anlar mı?
Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet yolundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner, bir şarkı vardı neydi?